Доброе утро, мои подписчики, все, кто зашел ко мне на мой канал. Вот, вчера делала расклад вечером, сегодня с утра давайте посмотрим мысли вашего любимого или любимой. Девочки переворачивают на мальчиков, мальчики на девочек. Мысли ее, мысли его. Вот, и я взяла сегодня волшебное зеркало Ленорман. Вот, это очень карты такие, которые не будут нам врать. Вот, и всегда они очень четко отвечают на все вопросы. Вот, ну, вчера делала расклад, посмотрите, кто не смотрел. Вот, ну, и сегодня такое прекрасное морозное утро. Расклады не забывайте все общие. Вот. Это не личные, девочки, расклады. Кто хочет лично погадать, пишите мне в комментариях, пишите мне под видео. Я оставляю свой канал на Telegram, где вы можете общаться, обсуждать, разговаривать между собой, оставлять отзывы. Все те, кто у меня гадали, вот, оставляйте свои отзывы. Также вы можете оставлять отзывы на моем канале под видео или в телеграм-канале. Пишите отзывы, пишите на WhatsApp отзывы. Мне очень приятно. Также ваши читать комментарии мне очень приятно. Вот. Ну и не забывайте про обратную связь, подписываться на канал, ставить лайк, делиться в соцсетях моими видео, чтобы больше просмотрели их люди. Вот. Также, девочки, мальчики, я делаю чистки, вот, чистки онлайн, вот, и кто хочет лично почиститься, также обращайтесь ко мне, пишите мне на WhatsApp, вот, я проведу с вами ритуал чистки, посмотрю вас, продиагностирую и почищу, вот, далее. Все расклады проигрываются на день просмотра. Пусть пройдет хоть 10 лет, хоть 20. Тогда, когда вы его нашли, тогда, когда вы на него попали, значит, этот, ну, там, ритуал или обряд, или заговор, или вот мои расклады на картах, да, значит, в этот день он просто был для вас актуален. Вот. Поэтому обязательно пишите комментарии. Вот, спасибо вам за теплые комментарии. Каждый комментарий я ваш читаю. Вот, обязательно по возможности я вам отвечаю. Вот, поэтому пишите, высказывайтесь, делитесь. Вот, ведь это хорошо, что вы, когда смотрите, вы оставляете, высказываете то, что у вас на душе. И вам становится легче. Каждому человеку я хочу помочь. Помочь пережить ваши переживания. Ведь люди обращаются, когда у них проблемы. И я хочу вам всем помочь, чтобы у вас было и здоровье, и взаимная любовь. Ну, в большинстве случаев я делаю расклады на все, гадаю на всем, на картах, на фотографии, на руке. Лечу людей руками, вот, и работаю с тонкой энергией, вот, поэтому, как бы, обращайтесь, не стесняйтесь, вот, но, правда, девчонки, есть такие, что пишут мне на WhatsApp, сколько стоит расклад. Конечно, не 50 копеек, вы представьте, если у меня колоды очень дорогие, я их покупаю, также покупаю и свечи для работы, и все материалы. Вот, поэтому все это дорого. Поэтому, конечно, это не 50 копеек. И колоды все по 4500 у меня. Бывают и дороже колоды, бывают и по 8000. Поэтому все личные расклады, конечно, не бесплатно. Бесплатно никто не гадает. Это бесплатно, это платит бес. Если кто бесплатно гадает, тот берет на себя вот этот негатив, вашу грязь, вашу болезнь, и потом болеет. Поэтому карты Таро, они не принимают слово «спасибо» за каждый расклад.
тем более, если личные расклады. Вот, они все дорогие. А здесь мы гадаем общие расклады на большую аудиторию, за ваши донаты, за вашу благодарность минимальную, вот, за любую сумму минимальную, чтобы она не была в ущерб вашим семьям. Вот. Столько, сколько вы можете, столько вы хотя бы там копейку какую-то сделаете, перевод. Или лучше всего, конечно, я всегда говорю, не можете, нет у вас средств, ну не надо. Вот. Не надо от себя отрывать последнее. Вот. Поэтому лучше покормите животных бездомных на улице, покормите птиц. Вот. Ведь в холодное время года им тоже хочется кушать. Помогите каким-то инвалидам, бездомным, пожилым людям. Всегда говорю, делайте благотворительность, и девочки, вам вернется в 100 крат больше. Но вот голос осел, потому что с утра я до позднего вечера гадала, вот, делала ритуалы, поэтому с утра к вам вышла посмотреть на мысли вашего любимого. Вот. Ну и давайте начнем. Вот. Желаю вам добра всем и здоровья. Итак, первая карта. Что нам покажут высшие силы на вашего любимого? Давайте посмотрим. Ваш любимый. Вот так вот видно вам. Или вот так буду ставить. Нет, так очень близко. Вот так. То пишите иногда, что вы очень близко ставите карты. Ну, вот так вот, да, поставлю. Девочки, ну, в общем-то, ваш любимый стоит, как вам сказать, на развилке. Он никак не может выбрать, да, свой путь. Вот. И он все время думает, он все время в раздумьях и хочет выбрать. Вот видите, карта развилка. Вот. Он все время думает и никак вот не может определиться. Вот. Это, конечно, очень плохо, что человек не может никак определиться с выбором. Вот. Ну, вот такой вот ваш любимый, видимо. Он хочет в мечтах поехать к вам и скоро приедет. Нам высшие силы Ленорман показывают, что ваш любимый хочет к вам приехать, как-то объявиться, проявиться. Вот. И, в общем-то, вы знаете, он все время смотрит на вашу сторону. Вот. Хочет быть к вам поближе, хочет к вам приехать. Вот, днем и ночью вспоминает, думает о вас. Вот. Не может спать, очень плохо спит. Мне так показывают. Вы знаете, он зависим от вас. Вот вышло кольцо. Хочет вам сделать предложение обоюдное какое-то, да? Вот. И очень зависим от вас. Вот, то есть предложение кому-то хочет сделать, и кому-то кто-то сделает, приедет предложение руки и сердца. Кто-то просто мечтает, а кто-то просто, у кого-то будет помолвка, у кого-то будет свадьба. Вот. Много, много таких, в общем-то, значений имеет эта карта. Вот. И как-то, вы знаете, он как-то хочет по-хитрому. Он обдумывает этот план и по-хитрому хочет как-то к вам приехать. Может быть, кто-то приедет и не сообщит вам об этом. Вот, просто сделать вам сюрприз и проявиться к вам. Вот. Вы знаете, он хочет вам все-таки, кто в блоке, он вас разблокирует и напишет вам смс-ку. Видите, все-таки пишет, а некоторым, вы знаете, даже так, что подсматривает за вами в соцсетях. Кто-то кому-то вот пишет, знаете, бывает, что пишет, стирает. Но голубь нам принес известие, то есть
вам будет откуда-то хорошее письмо. Вот, может быть, кто-то получит какой-то договор, может быть, у кого-то будет какой-то контракт. Может быть, ну, голубь и с письмом это вам будет сообщение, вам будет какая-то благая весть. Видите, море голубое, и туч нет на небе. Девочки, кто-то получит благую весть. Может быть, кто-то переедет куда-то, может быть, кто-то поедет в путешествие. Вот. Вы знаете, ваш молодой человек хочет свой дом. Он мечтает о своем доме, чтобы у него был свой дом, как в детстве. И он всегда вспоминает о том, как ему было хорошо с вами. Вот, как будто он был маленький когда-то. Вот. Вы для него были и любимая, и жена, и мама, и друг. И он всегда думает о вас. Но книга жизни его еще закрыта. Понимаете? Он еще ее никак не может открыть. Он в раздумье. Вот так вот с утра он думает про вас. Вы знаете, и ключ от этой книги его жизни, он понял, что ключ от его жизни, от его книги жизни находится у вас. Что вы его спасение, что вы его золотой ключик. И он должен как-то проявиться, чтобы прийти и чтобы вы открыли ему ключ. Ну и также вот вышел он к нам сам, который хочет к вам приехать, ваш король. Вот. Разрулить все ваши сомнения, с которым будет у вас счастье, клевер. Клевер – это счастье. Он как-то перевоплотится из холодного короля. Он станет понимающим. И у вас с ним будет счастье, девочки. Потому что мысли у вас чистые. И с утра и у него мысли очищаются. И у вас вы чистая, вы непорочная. Вы никакие магии не делаете. Никакие привороты не делайте. Вот. И у вас очень чистая душа. И он это стал понимать. И к вам в жизнь идет солнышко, девочки. Это счастье. Это радость. Это самое, самое прекрасное и самая лучшая карта в колоде Ленорман. И в вашу жизнь идет счастье. Сегодня вы проснулись, и вам боги и высшие силы сказали, что к вам в жизнь идет благополучие, финансовый успех, взаимная любовь, радость и сибирское здоровье. Ну а я вам желаю, мои хорошие, всего доброго, вот, счастья, здоровья самое главное и удачи. Не забудьте про обратную связь. Подпишитесь и поставьте лайк. Всего вам доброго!